Мы долго ждали с 16-го года новую квартиру. И вот обрадовали нас с мамой, что нам дали квартиру. Анна Тугаринова раньше жила в одном из аварийных домов по улице Крупской. А скоро, благодаря программе «Жилье и городская среда», переедет в новую двухкомнатную квартиру. Сразу с первого раза понравилась квартира. Я сюда уже несколько раз приходила, смотрела. В общем, все хорошо. Мне нравится. Строительство домов началось в мае, а закончить его планируют до конца года. Оба объекта находятся на завершающем этапе. Но, по словам подрядчика, работы, возможно, могут затянуться из-за сложившейся ситуации в стране. Сейчас просто момент такой, что с мобилизацией у меня 24 человека в данный момент. Не хватает рабочей силы. Сегодня работает 30 человек. И я думаю, будет маленькая задержка. Будем уверены, что на этом до Нового года мы сдадим. В Закаменске программа по переселению работает с 2019 года. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на сегодняшний день реализуется третий этап переселения из ветхого жилья. Запланировано переселение 126 квартир. Социальная значимость данного проекта по переселению из аварийного жилья очень высокая, потому что вы сами видите, что жители до этого жили в аварийном жилье, которое было построено еще в 50-х годах прошлого века. И вот сейчас вы видите, что строительство домов уже на завершающем этапе, и буквально в ближайшее время жители смогут переехать уже в новое, безопасное, качественное жилье. До конца 2023 года в Бурятии планируют переселить из аварийного жилья более 6 тысяч человек.